28 ноября 1873 год родилась Сьюзен Роуз Бенедикт. Она была первой женщиной, получившей степень докторицы философии по математике в Мичиганском университете и имела долгую преподавательскую карьеру в Смит-колледже. После окончания средней школы в Норуолке поступила в Смит-колледж, окончила его по специальности химия, дополнительно по математике, немецкому языку и физике, а затем вернулась в Норуолк, преподавала математику до 5 года, когда она поступила в аспирантуру в педагогический колледж Колумбийского университета. Степень магистра математики получила в Колумбийском университете в 1906 году. В том же году она поступила на математический факультет Смит-колледжа в качестве ассистентки по математике, а в следующем году стала преподавательницей. Позже она возобновила учебу в аспирантуре Мичиганского университета. В 13-14 годах взяла отпуск в колледже, чтобы закончить диссертацию под руководством Луи Чарльза Карпински. Сравнительное исследование ранних трактатов, представленных в Европе, индуистское искусство расчета. В 14 году она получила докторскую степень.